Насколько велика вероятность вашего боя с Макгрегором? Все же достали? Еще больше нечего задать, что ли? Давайте без Макгрегора. Давайте детальнее об этом турнире. Расскажи для давайте начала. Давайте без вот, Макгрегора все. Об этом турнире, пожалуйста. О битве на Суре. Кто пригласил, возможно, на этот турнир? Как проходит, твое впечатление, эмоции, возможно, профессиональный взгляд ребят, которые здесь выступают? Ну, я уже 5-й раз в Пензе. И именно в Пензу я приезжаю по приглашению Сергея Жаткина. Он здесь проводит и семинары, и турниры вот такие серьезные проводит. Сам турнир, конечно, очень на хорошем уровне. Провели и бойцы, и бои самые хорошие. Много людей очень пришло, 3-4 тысячи человек. Мне, как профессионалу, это очень нравится. Ну, у нас в команде очень много титулованных бойцов, но сегодня выступают бойцы, которые только начинают. Там Умар Нурмагомедович, Шамиль Тимирхан, у них только по одному бою профессиональных. А Магомедхан уже третий бой проводит. Ну, только начинают они, и для них это очень большой турнир. Твое любимое блюдо ты можешь сказать просто ребятам, передать привет? Ну, всем привет из Саратова, из Саранска, из Пензы, из Тольятти, всем, кто передает. Ну, блюдо, я особо не отказываюсь от ни одного блюда, так скажем. Главное, чтобы в горячем виде подавали. А так, аварский хинкал, дагестанцы. Знаешь, почему я задал этот вопрос? Потому что, когда я смотрел твою подготовку с Майклом Джонсоном, ты говорил, что сейчас у меня диетолог, и я там как-то был не совсем доволен. Вот после того, как бой прошел, ты вздохнул, отъелся. Что первое, что ты пошел и поел? Так как ЮСАДА запрещает хинкал, потому что там слишком много допинга содержится. И перед боем я только курицу кушаю. А после боя уже переходим на хинкал. То есть ударился в разнос. А какие еще ограничения, то есть, ты испытал во время подготовки? Чему ты действительно по-человечески радуешься? Да, все, что я делаю, это для меня обычное дело. Просто самое тяжелое, это когда семью не видишь, там родителей, маму, папу, семью свою, ребенка своего, там друзей, близких. Постоянно зал, тренировки, и я нахожусь в Америке. А так все остальное нормально для меня. И диета, и тяжелая тренировка, это все часть моей работы, так что я к этому нормально уже отношусь. Просто что ты посоветуешь начинающим бойцам, чтобы стать номером один? И каково тебе быть номером один? Тут я вижу каждый раз, как ты переживаешь, и всех своих бойцов называешь именно братья. Ну, пока вот ты не сказал, я особо не думаю об этом. Там номер один, номер два. Живу, да, своей обычной жизнью, как я жил до того, пока стал номером один. То же самое, там ничего не изменилось. Просто я сам, когда рос, у меня тоже были рядом старшие братья, там, друзья по тренировкам, так скажем. И я на них рос, и сейчас я вижу, что на мне тоже молодые растут, так что помогаю. Ничего такого здесь нету, я не вижу здесь что-то глобального. И план, следующий бой, где, когда, с кем? Какие новости вообще есть от UFC? 4 марта. Я хочу драться с Фергюсоном, так как надо драться с сильнейшими. А, ну, конечно, хотелось бы за настоящий пояс, но так как Макгрегор взял перерыв. А соперник, насчет соперника нету пока что. Кого дадут, с теми подеремся. Там, кто там, Альдо, Киеза, уже там уже без разницы будет. Хабиб, а вот еще, ты лучший боец сейчас в UFC, единственный, скажем так, из России. Кого ты видишь, ну, таким достойным преемником, кто, может быть, тоже после тебя пойдет в UFC? То есть... Я думаю, в тяжелом весе, я думаю, Минаков мог бы чемпионом UFC стать. Я бы отметил, наверное, из тех, кто выступает в UFC, можно Ислам Махачева отметить. Не знаю, Магомед Бибулатов, 57 килограмм его только подписали. Также есть другой тяжеловес. Сергей Павлович, он с моей командой, с Eagles MMA, я думаю, он тоже, у него тоже очень большое будущее, он 24 года, и там, это только начало для тяжеловеса. Но есть очень много бойцов, сейчас у нас MMA сильно растет, и с каждым годом будут появляться еще более такие молодые звезды, и этому ни к чему удивляться, потому что у нас MMA очень сильно растет. С какого возраста, ты думаешь, надо выпускать молодых людей на ринг, именно профессионально, UFC, MMA? Ну, если я, например, руководил бы этим, мог бы контролировать, я бы, наверное, меньше 20 не пускал бы. Потому что, как-никак, бьют, это не боксерские перчатки, это 4-унцовые маленькие перчатки. Много сечек получает молодежь, много нокаутов, сотрясений мозга. Но я думаю, меньше 20 не пускал бы. Просто меня отец сам не пускал до 21 года, я даже спарринги не делал. Да, я тренировался ММА, но у меня спарринга вообще не бывало. Потолок тогда до скольки? Человек сам может решить. А в юном возрасте чуть кровь кипит. Я помню, когда 17-18 лет, я тоже хотел рвался, драться. Отцу говорил, сделай мне бой, думаешь, там, ты самый сильный.
особо мозгов тоже не бывает. И нужны определенные правила, чтобы ему следовало. Пока вот на ближайшее время нет предложений провести бой в теннисе? Возможно, на той же самой битве начать? Наверное, вы имеете в виду про Олимпиаду? Ну, сфотографироваться. Нет, вот именно у Хабиба. Я не могу здесь драться, так как у меня контракт. UFC – это организация, это лучшая организация в мире, которая проводит бои смешанного стиля. У меня с ними контракт, и я могу проводить только под эгидой UFC бои. Если UFC приедет в Пензу, я, конечно, здесь поддержусь. Есть приглашение? Город Душанбе, Ленобадская область, там очень много фанатов у вас, там все поддерживают, все пишут. А как бы туда есть, как намерен туда ехать? Я через пару дней в Америку улетаю на подготовку. Но у меня есть приглашение в Таджикистан, правильно же? Таджикистан, это, по-моему, если я не ошибаюсь, по-моему, 25 марта будет. 25 марта, ну, в конце марта я буду там. После, только никому не говори там.